Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео покажу вам свои пустые баночки. Я предыдущее видео сняла про бытовую химию, хотя сначала хотела все объединить вместе. Но поскольку так получилось, что бытовой химии было приличное количество, я решила, что разделю два видео. Тем более, действительно, далеко не все любят все эти смотреть про порошки и прочее. Ну, давайте тогда приступим. Первое, что я покажу, у меня закончился гель для душа чистой линии, мята и сок алоэ. Я как-то зашла в гости к своей соседке по этажу, и, в общем, у нее стоял в такой большой бутылке гель. Я, конечно же, его понюхала, мне понравился аромат. Он такой, знаете, приятный, нежный, леденцовый аромат, пахнет и мятой, и алоэ. И, в общем, я решила себе приобрести, пошла в магазин, по-моему, назывался «Заодно». Там была очень бюджетная цена на этот гель. Здесь объем 250 мл, и я, конечно, решила его приобрести. Пользовалась я им с огромным удовольствием, он очень густой, экономичный, хорошо пенится, кожу не сушил, хорошо очищал. Аромат был на всю ванную, даже, по-моему, немножко на коже оставался. В общем, я довольна. Прекрасный гель. И, наверное, я даже, может быть, попробую какие-то гели с другими ароматами. С этим, честно говоря, не возьму. Сейчас объясню, почему. Претензий к гелю у меня нет. Он классный, и аромат тоже классный. Но, вы знаете, он немножко какой-то вот под конец уже становился навязчивый. Вот у леденцовых ароматов у них есть такое свойство. Это, во-первых, ну, я могу, конечно, потом соскучиться, может быть, и, конечно, куплю. Но, честно говоря, приобретала я его в достаточно сложный период своей жизни, очень тяжелый, и использовала его в еще более тяжелый момент жизни. Ну, я думаю, что кто смотрит видео постоянно, с кем мы общаемся, знают, о чем идет речь, поэтому не знаю. Может быть, скорее всего, я его больше никогда не куплю, но повторюсь, гель у меня претензий нет, это уже мои какие-то, знаете, такие личные ощущения. Вот, а так гель просто прекрасный. Закончился у меня от Avon Naturals лосьон «Бодрящий зеленый чай и вербена». Вообще, все эти лосьоны я просто обожаю, они содержат спирт, поэтому и в поездках, и на лето, и когда там, да даже зимой, когда постоянно там водолазки, свитера носишь, то есть вот побрызгать спину там и так далее, это просто прекрасно, чтобы не было никаких высыпаний, как отличная дезинфекция, спрей просто супер. Всякие высыпания проходят очень-очень быстро. Ну и, конечно, приятный аромат. Этот аромат мне очень понравился. Я даже приобрела вторую упаковку. Но вот первую я использовала с огромным удовольствием. Потом сделала перерыв где-то в год. Стала пользоваться и этой бутылочкой. Я могу сказать, что аромат немножко поднадоел. Поэтому, причем вот в последнее время прям, знаете, совсем-совсем тяжело стало им пользоваться, и я даже думала, что покупку больше не повторю. Но вот сейчас я открыла бутылочку, и вы знаете, там такая классная ретро-нотка, я не знаю, скорее всего, наверное, если вот, ну, я знаю, вроде бы в каталогах сейчас нет, но если появится, все-таки куплю еще. Уж очень классно. Следующее, что у меня закончилось, это мой любимый гель для умывания вербена для всех типов кожи. Гель прозрачный, ну, такой слегка желтоватый, он отлично пенится, хорошо очищает кожу. Пахнет лимонной вербеной, смывает неводостойкий макияж прекрасно, там тональные кремы, все, в общем, я довольна, мне очень-очень нравится. Беру довольно часто, иногда чередую с гелями от Новосвит, но в основном это такой мой постоянный уход. Мне очень-очень нравится. Следующее. Ополаскиватель для полости рта «Знахарь». Лечебные травы с ионами серебра. Суперский ополаскиватель. Он не термоядерный, он такой сладкий, как сладкая жвачка. Очень приятный, состав хороший, вроде бы не содержит фтор. Вот, правда, знаете, по свойствам мне больше нравится синенький такой ополаскиватель, но в нем есть фтор, поэтому я один раз единственный взяла, и, конечно, больше я повторять покупку не буду, буду брать именно этот зеленый. Просто чем мне нравился синий, тем, что вот если пользоваться им не когда чистишь зубы, а просто вот после еды, то тот как будто все в себя, вот все частички, все в себя впитывал.
И мне это очень-очень нравилось. Здесь, конечно, такого нет. Но все равно ополаскиватель классный. Я буду повторять покупку. Сейчас покажу крем, от которого я просто в восторге. Это 100 рецептов красоты. Смягчающий крем для ног. Ну, все его знают на ютубе. Золотистые тыквы и кукурузное масло. Я о нем много слышала. Но поскольку я не люблю 100 рецептов красоты, я не приобретала. Но меня эта марка... Ну, она мне не подходит просто, эта марка. Но вы знаете, этот крем меня просто потряс. Здесь... Сколько здесь миллилитров-то? 80 миллилитров. Чем меня потряс этот крем, когда... Ну, мне, знаете, когда 100 раз уже услышишь на ютубе про какой-то продукт, самой хочется попробовать. Я, поскольку он вроде бы был не зафольгирован, я его там открыла, потестила, меня сначала просто потряс аромат. Пахнет дыней, настолько свежий, натуральный аромат, что, ну, просто в него влюбилась и взяла. К тому же цена 50 рублей, ну, что бы не попробовать. И вы знаете, тоже купила в тот момент, когда у меня вообще просто на себя не было времени, и... То есть я ухаживала за кожей и так далее, но ноги как-то я, вот честно, мне даже не было силы прочего скрабировать ноги. И пятки были в ужасном состоянии, и уж я когда намазалась этим кремом, я думаю, ну, понятно, ничего не сделает, но просто вот попользоваться. Но вы знаете, я на следующее утро встала, пятки были очень гладкие, со второго использования просто... нежные, гладкие, как у младенца, безо всякого скрабирования. Вот, поэтому я пользовалась им ежедневно с огромным удовольствием. Конечно, быстро крем закончился. Вот я, когда у меня все мои кремы для ног закончатся в запасах, я буду приобретать только его, потому что это просто какая-то бомба, это невероятный крем, который вот реально просто убитые, можно сказать, ноги превращает просто... чудо какое-то. Очень понравился. Настоятельно рекомендую попробовать, если вы еще не пробовали. От Faberlic Dolce Vita бальзам для рук, интенсивное восстановление, масло шида, пантенол и масло облепихи. Вот такая вот была лимиточка. Это серия про руки, то есть она постоянно есть в каталогах, ну, в более больших версиях. А это вот к праздникам в разном оформлении выходит. Вы знаете, сначала мне не понравился, конечно, такой зеленый, скажем так, аромат, но потом я к нему привыкла, да и крем, в общем-то, неплохой. Для косметички здесь 30 мл, неплохой. Не могу сказать, что делает какие-то чудеса, но у меня руки, в общем, не проблемные. Единственный аромат держится долго. Далее. Закончился от Новосвит гиалуроновый скраб для умывания с жемчугом очищения и сияния кожи. Ну, сначала не оценила, потом оценила. Ну, я люблю Новосвит, мне еще безумно понравилась упаковка. Очень красивая. Здесь объем 150 мл. Ну, что собой представляет этот продукт? Он прозрачный, с такими синенькими частичками. Вот. Приятно пахнет, здесь стандартная гипоаллергенная душка, она просто вообще потрясающая, очень нежная, приятная. Я использовала утром, вообще как-то втянулась, мне понравилось, то есть легкое такое скрабирование, так пенится немножко, в общем, на утро отличный вариант. Просто как чисто полноценное скрабирование, наверное, нет, а вот как утреннее умывание плюс скрабирование, то да. К тому же, если и для чувствительной кожи подойдет. Но причем, я, знаете что, он неплохо скрабирует. То есть это, конечно же, не абрикосовые косточки, а чистые линии, да, но это и нельзя сказать, что это какой-то продукт ни о чем. Он очень даже неплохой. И в целом, может, я и когда повторю. Далее. От Faberlic соскрем для активных людей закончился. У меня это не первый мой тюбик, и, в общем-то, даже не последний. Здесь 75 мл. Здесь честно написано, что это не для травматических болей. То есть, если вы получили травму, данный крем вам не поможет. Этот крем помогает снять усталость. То есть, если вы занимаетесь спортом, просто там находились, набегались, я не знаю, да по магазинам просто банально походили целый день, погуляли где-то, ноги устали. Вот для этих целей крем подходит. Очень приятно.
приятно нежно пахнет, он как бы ментоловый, имеет аромат, но такой скорее как вот у жвачки. Каких-то сильных ощущений он может как греть, так и охлаждать на самом деле. То есть там, если вы распаренные вышли из души или просто нанесли, все по-разному. Но факт тот, что усталость действительно отлично снимает. Поэтому присмотритесь, на эту серию частенько бывают акции, что при покупке двух действует, например, желтый ценник. Поэтому, в принципе, рекомендую попробовать. Продукт реально хороший и мне нравится. А у меня ноги частенько устают, потому что я очень много хожу, плюс я преподаю танцы и так далее. Поэтому для меня это актуально. Вот, но если вы, не дай, конечно, бог, получили травму, то, повторюсь, данное средство вам не поможет, и оно как бы для этого не предназначено. Прошу прощения, закончился от Himalaya Herbal шампунь с протеинами, объем и упругость для жирных волос. У меня волосы не жирные, они нормальные, но я его использовала с каким-то другим ополаскивателем. В общем, они как-то друг друга дополняли неплохо. Ну, в общем-то, неплохой шампунь. Я его еще сравниваю. Вот раньше были то ли Эльсев, то ли Пантин, вот когда они только появились, и по своему вот этому такой густой консистенции, перламутровые они такие, и аромат вроде бы похожий был. Вот, ну, не знаю, нормально пенится, вроде волосы как-то так нормально с ним выглядели, никаких претензий к нему в целом нет. Ну, может быть, даже если бы продавался фикс прайс, может быть, покупку бы я и повторила. За полную цену, конечно, нет, потому что ничего особо выдающегося, но в целом неплохо. Далее. Конечно же, краска краса у меня закончилась. 7-4 оттенок, 89-19 артикул. Много раз говорила, повторю еще, что краска мне очень подходит. Она вот идеально передает оттенок как на картинке, так и на волосах. Она равномерно смывается с волос, соответственно, не приходится подкрашивать кончики волос, потому что обычно, когда краска сползает, она начинает сползать с кончиков чаще всего, а кончики у нас и так пересыхают, и если еще их подкрашивать, то ничего хорошего не будет. Извините, стал разряжаться аккумулятор, пришлось поставить на зарядку. В общем, краска отличная, пользуюсь не первый год и менять пока ни на что не собираюсь. Сейчас покажу вам такую вот парочку по уходу за лицом. Правда, она у меня еще не закончилась, я просто выбрасываю упаковку. Это Суперсила Professional Anti-Age для всех типов кожи, крем для лица, дневной и ночной. Я его покупала в магазине Первый косметический, это магазин от создателей Natura Siberica, просто он более бюджетный. Я не помню, сколько стоил этот крем, но как-то очень-очень дешево. Вы знаете, сначала я его один раз поставила в использование, потом убрала, сейчас снова поставила, когда мой любимый крем закончился. В тот момент, когда я его первый раз использовала, он, в общем, у меня был дома ремонт, и вот этот ночной крем мне показался очень густой, и на какую-то замазку, казалось бы, был похожий, и еще и казалось, что пахнет какой-то побелкой. Но сейчас уже ремонт давно закончен, и как-то у меня нет таких ассоциаций, я вообще никакого аромата здесь не ощущаю, при этом и ночной крем прекрасно работает, лицо в отличном состоянии, и крем для лица вот этот дневной, как основа под макияж я его тоже использую, и никаких проблем нет. Поэтому в целом такой бюджетный вариант и, в общем, хороший вариант. Не знаю, буду ли я повторять или нет, потому как, ну, нужно хотя бы все эти тюбики использовать и уже тогда что-то решать. А сейчас у меня в использовании вот эта вот сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой Energy Beauty из магазина Fix Price. Вообще неплохие сыворотки. Мне больше всего понравилась оранжевая, эту я только начала использовать. Но вообще-то они очень даже неплохие.
и действительно работают, особенно вот в оранжевой упаковке. Поэтому, в принципе, если у вас фикс прайс такие продаются, то присмотритесь. Далее, от Body Art я в Пятерочке приобрела маску для увлажнения. Так, у меня даже сохранилась сама маска. Ну вот, вы знаете, лекало какое-то странное. С одной стороны, тряпочка очень такая нежная, тянется, приятная. Когда наносишь на лицо, не раздражает. Но вы знаете, вот здесь вот она какая-то... У меня вроде бы лицо и не узкое, и не широкое, на обычное лицо. Но мне этой маски вот здесь было много. Я не понимаю, куда вот эти вот боковинки можно вообще приспособить. На уши, что ли? Вот. Аромат. Аромат очень нежный, приятный, вообще ненавязчивый такой. Ну, с первого раза, конечно, прям вот что-то понять очень сложно, но да вроде неплохо. Вроде бы даже чуть-чуть увлажняло. Вторая маска. Маска лифтинг. Ну, лекало абсолютно такое же. Аромат тоже нежный, приятный. Ну, наверное, да, эффект лифтинга, ну, не знаю, у меня, например, кожу просто стянуло, мне было не очень приятно. Вот как-то так. Ничего более я не заметила. Не знаю, если повторять покупку, то, возможно, я бы повторила вот это увлажнение. Эту, наверное, я бы покупать не стала, хотя не знаю. Ну, знаете как, с одного раза все-таки не всегда поймешь. Хотя, в принципе, если маска работает, то она работает. Еще у меня закончилась маска от Esfolio, вулканическая глина. Вот такая маска. Так, лекало. Вообще лекало какое-то было такое грубоватое, вот, но не тянется. Меня, честно говоря, раздражало это лекало. Маска на лице вот прям вот очень раздражала. Что по аромату? Да вроде бы ничего, такой аромат. По свойствам я ничего не заметила, что она делала. Ну, мне ее подарили. Я, в общем-то, очень даже рада этому подарку, потому что я хотя бы могла познакомиться с маркой Esfolio и сделать какие-то выводы. Но мне показалось, что она ничего особенного не делает. Здесь что у нас заявлено? А, вулканический пепел, прошу прощения. Очищает кожу. Ну, я честно не могу сказать, вот, очищал он кожу, не очищал. Ничего особенного, такого сверхъестественного я не заметила. Так, далее закончилась у меня моя любимая маска от Вилента виноградная. Закончилось у меня аж 4 штуки. Вообще, знаете, я же все мечтала использовать курсом. И, в общем-то, когда представилась такая возможность по 25 рублей каждую маску купить, я и купила на весь курс на 2 недели. Но вот честно, каждый божий день делать маски у меня не было время, опять же, по понятным причинам. Но, тем не менее, поскольку у меня их было аж 14 штук, я их каждый месяц все-таки делаю почаще. И вы знаете, что я раньше понимала, что с первого раза маска работает и действительно увлажняет. Это заметно. Вот. И пусть действие, ну, какое-то кратковременное, но тем не менее, да, хотя бы там сутки как-то работает, то когда вот масок уже столько использовано, то эффект еще лучше. И вот я заметила, что мое лицо, у меня там были некоторые проблемы, сейчас выглядит значительно лучше. Поэтому маску я буду повторять. Но я знаю, что как бы вот Вилента, да, у меня... Многие маски мне не подходят, а это подходит. Я знаю, что вот, например, у меня моя, так сказать, ученица, но она сейчас не занимается, мы просто дружим. Вот она говорит, что у нее какое-то раздражение появилось. То есть, поэтому мы все разные, и что-то кому-то подходит, кому-то нет. Мой любимый крем для лица у меня закончился. Это V-Cosmetic Granny. Крем называется Arigato. Это уже вторая моя баночка. Первый раз мне интернет-магазин V-Cosmetic присылали этот крем на обзор. Он мне безумно понравился. И я уже вот второй приобретала за свои деньги. Мне этот крем просто идеально подходит. Это вот реально бальзам, который
Во-первых, он потрясающе пахнет там. И вот я не знала, чем-то очень приятно пахнет, но чем не могла понять. Дала понюхать своей ученице, она сказала, что вроде как огурцом. Но он здесь заявлен. Здесь полностью натуральный состав, хранится крем в холодильнике. Здесь 60, по-моему, миллилитров. Да, 60 миллилитров. Вообще наносить надо по 5 грамм, как здесь написано. Ну, я его наношу как обычный крем, потому что 5 грамм для меня это много. Хватает мне его на несколько месяцев. Крем потрясающий. Помимо мега-аромата, знаете, никаких проблем с кожей нет во время использования. Лицо, вот, ну, я не знаю, все заявленные функции практически он выполняет. Поэтому очень-очень довольна. И сейчас вроде бы Викосметик, как они мне написали, теперь и в Петербурге, поэтому, когда я буду в Питере, наверное, может быть, и приобрету такой крем уже в третий раз. А далее. От Золотого Шелка шампунь, легкость расчесывания. Закончился у меня. Ну, в общем-то, по-моему, я эту бутылочку, мне ее хватило, по-моему, на один или два раза. Нет, даже, наверное, на один раз. Здесь объем 50 миллилитров. Что хочу сказать? Ну, мне не понравился этот шампунь. Он абсолютно, и волосы какие-то после были не очень хорошие, и пенился он плохо, и ну, я не знаю, если вот эта бутылочка мне хватила на один раз, но если купить полную версию, но опять же, он плохо пенится, ну, в общем, как-то это и не бюджетно, и будет. Хотя я думаю, что Золотой Шелк стоит дешево, но просто я говорю, что вот 50 миллилитров на один раз, и никакого еще эффекта нет, мне не нравится. Выбрасываю упаковку от бальзамов флюидов Аберлик для секущихся кончиков. Вот такое, это уже не первый и не последний. Сейчас у меня тоже в использовании, есть еще в запасах и буду приобретать дальше. На моих волосах классно работает, кончики в порядке, никаких проблем нет, поэтому суперское средство. Ну и, конечно, нужно его совсем чуть-чуть. Далее закончилась у меня тушь от Faberlic Fly Lashes. Это уже третья тушь, которая у меня закончилась. Мне безумно понравилась первая упаковочка. Как только появилась, я тушь приобрела. Она была просто потрясающая. Меня впечатлила кисточка. Все впечатлило. Второй раз, да, и впечатлило то, что ее можно использовать до последней капли, то есть она не высыхает там через месяц и так далее. Кисточка отлично как бы прочесывает реснички, они длинные, красивые, не слипшиеся, никаких комочков нет. Вообще, и она не осыпается, не делает эффектов панды, просто вообще супер. А второй раз, когда я взяла, она подсохла чуть быстрее, потому что там была трещинка. Вот это третья упаковка, здесь уже никаких дефектов нет. Но вы знаете, чуть не, я не могу понять, это даже очень сложно объяснить, но как-то она уже понравилась мне чуть меньше. Как-то качество немножко другое. Вот, но кисточка просто обалденная. Вот она сейчас просто уже здесь все подсохло, поэтому она так долго возвращает свою форму, но она обалденная. Вот, у меня еще в запасах есть такая тушь, я буду пользоваться, возможно, даже все-таки буду покупать, потому что пока она меня в любом случае, при любом раскладе устраивает. Далее я поставила в использование от Белита Belike System эффект укола красоты, крем-филлер для век. Ну, вроде бы у меня зоны вокруг глаз особо никаких пока проблемок нет. Ну вот положила в использование, потом расскажу в пустых баночках. До этого был у меня какой-то другой от Белита крем, по-моему, то ли с морским коллагеном, то ли еще с чем-то. И там у меня вообще все лицо обсыпало. Как-то вот так получилось. Надеюсь, что с этим будет все в порядке. Далее закончилась у меня от Экотерапи мандарин и мелисса. Коктейль для принятия ванн. Классный коктейль, очень приятный аромат. Дает такую нежную молочную пенку. У меня, в общем, я очень довольна. Это я вот упаковочку покупала сама в Ашане.
У нас, правда, стоит такая упаковочка 39 рублей, но я знаю, в других городах стоит гораздо дешевле. Вот, за 39, наверное, вряд ли покупать стоит, ну, разве что только один раз побаловаться, а вот если дешевле, то, конечно, это супер. А дальше закончилась у меня от Faberlic маска этноботаника, питание и лифтинг, дикая орхидея, плоды карамболы и масло амаранта. Эта серия у нас, даже не знаю, 50+. Ну, у меня до 50+ еще вообще долго. Ну, купили, поэтому использую. Маска была белая, густая, приятно пахла, хватает ее раза на 4, но она ничего особенного не делает. Хорошо, хотя бы проблем не вызывает. Поэтому как-то так. А еще у меня закончилось какое-то, вот, к сожалению, не запомнила, масло для волос, но это либо Планета Органика, или там еще что-то, не знаю, в общем, то ли домашние рецепты. Ну, масло как масло на самом деле. Любое масло для волос очень, в общем-то, так положительно влияет, поэтому периодически использую. Да, еще закончилось у меня от Faberlic из серии Beauty Cafe бальзам для губ, ванильное лакомство. Я слышала от многих, что эти бальзамчики довольно слабые. Вот, у меня бальзамов много, но губы у меня вообще беспроблемные. Поэтому я вот этот тюбик у меня был давно в запасах. Вот когда я его начала использовать, вы знаете, я поняла, что эти бальзамчики, их нельзя назвать слабенькими. Они весьма хорошие. У меня как-то вечером я, ну, прям вот губы аж болели и щипала, потому что на улице много время провела, была зима, и как-то губы обветрились, еще нервный был стресс. И я на ночь прям вот нанесла хорошо вот этот бальзамчик, и я могу сказать, что на следующее утро вообще губы были в идеальном состоянии. Поэтому бальзамчик очень хороший и, конечно же, приятный аромат. Ну и в этот раз, как ни странно, не закончились, а просто выбрасываю влажные салфетки для детей каждый день. Я их всегда и покупаю, показываю в покупках, в пустых баночках. Они очень классные. Ну, просто так получилось, что вот порвалась упаковка и засохли салфетки. Вот, а так они прекрасные. Обычно они у меня засыхать не успевают, но тут тоже так вот получилось. Вот, ну а так покупку буду повторять. Они очень хорошие, бюджетные. И я бы сказала, универсальные, так как они для детей. Сами понимаете, что и косметические, и гигиенические цели, и любые другие. Вот, это были все мои пустые баночки. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне будет это очень-очень приятно. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!